Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня английский сервер на обзоре, и сегодня реально кайфовая тема, как по мне. Очень топовый. Сегодня сделали подгончик для бездонатов. Ну, купон спиннер я вам показывал. Что там можно получить? Есть хватайка. Я не помню, по-моему, ее тоже обновили. Вроде как бы плюшки другие. Может, она и такая была. В общем, за 50 токенов можно 25 осколков фанатика словить. Но самое, наверное, топовое — это за 30, за 20 и ниже. Так, у меня еще там время не дошло. Мы сегодня поговорим про островок, у нас открыли, про наборы снабжения. Они реально просто бомбические. Так, что у нас с музончиком пропал? Сейчас я вам покажу просто офигеннейшие наборы. Вот наконец-таки разработчики услышали на английском сервере и изменили локализаторы, точнее акции. Вот посмотрите, да, вот этот набор за 2000, ну такое себе, но все равно за 5000, точнее, но 2000 камней и расходники довольно-таки приличные. Но смотрите, смотрите дальше. Дальше просто бомбические плюшки, как по мне, для бездоната. Да, многие скажут, дорого за 29к, 2 мешка, но это вторые мешки зефира от 10 до 100. Его можно здесь и так, в принципе, собрать. Но у кого надо несколько добить там осколков, то не хочет что-то делать. 29к, в принципе, за 2 мешка и расходники нормально, я считаю. Да, но это копить надо будет месяц. Но вот здесь тоже очень крутая тема, за 13к возможность подгончик вольт. Да, он уже давненький, герой не юзабельный, у многих его, кстати, нету, но для бездонатов реально это кайфовая тема. Самое основное — по 80 сундуков 5 и 6. Вот это вот самая топовая тема, потому что здесь с этих сундуков вы получите дофигище просто книг, которые нужны для прокачек как прорывов, так и героев. А здесь вы получите кучу коробок и расходники для прокачки самого прорыва. Ну, здесь 5 коробок, это такое себе. Но за 13к, я вам скажу, это очень крутая тема. И реально ее стоит брать. Но у кого есть больше, кому не хватает осколков, вот минимум 20. Но с таких вытаскивали и по 100 бывало. То есть реально это для бездоната офигенно просто. А накопления, ну, такие себе. Надо будет посмотреть, подобивать. Еще одну героиню осталось добить. В общем, такие вот дела, ребят, на английском сервере. Вот Anniversary Pack новый. Но накопление реально бомбическое. Так, что у нас тут есть? Поехали в дискаунт. Минус 50%. Я сейчас потрачу. Здесь у меня есть монетки, накопились. В принципе, надо позабирать расходники. Интересно, что здесь? Психощит, сундуки, пятые карты. Пятые карты за монеты — это, конечно, жир немножко. Если бы это донатные карты были. Мне камешки эти нужны для прокачек. Титула хватает. А, есть донат. 7, 8, 4. Забираем. У нас тут берс и маха. Тут у нас заберем одну эту сумку. Поехали, пооткрываем. Позабираем плюшки. 50 камней, 60 сменок. Фанатика, но мне фанатик не особо нужен, конечно. Так, что у нас по аккумуляции? 5.20. Ну, потом вернемся. В общем, обалденно. Я считаю, это реально одно из топовых на айсе, тоже крутое. Но мне кажется, здесь
Самая кайфовая тема сейчас по накоплению, ну, именно по снабжению. Реально снабжение очень офигенное. Ну, считайте, вольт за самоцветы и зефир, по сути, 29к. Да, в принципе, дофига, но вторые мешки, ребят, это вторые. Так, что у нас на русском? Временные акции, магическая рулетка, уведомления. Ну, 100 самов. 100 самов хоть заберем. Так. Магазин скидок. Если сравнивать, да, там магазин скидок и здесь. Небо и земля. Так. Авиар. Дерево на русском сервере. Нифига себе. Нифига себе. 3 монетки. Ну, какое-то оно, конечно. Ну, хотя бы есть донатная карта. Вот это, конечно, круто. Донатная карта в дереве на русском. Круто. Фонтан желаний. А, возможность собрать хоть несколько осколков огника. Это тоже реально круто. Монеток у меня здесь нету. Бесплаточка. Поехали. А, давайте посмотрим еще рынок. Может здесь супер набор, временные акции, пакет накопления. Нет, тут немножко. Нету такого снабжения. Но английский реально порадовал. Реально порадовал. Сейчас посмотрим, что нам немочка приготовила. Там-там-там-там-там-там-там. Такс. Ну давай, заходи. Так, что такая это акция? О, отлично. Наборчик. Но мне этот набор не надо. За 5-100. Блин, надо будет, ну, у меня нету, надо будет следующую неделю ждать. Надо будет накопить и забрать. Ну, даже такие плюхи, вот смотрите, за один самик, реально круто. Так, что у нас еще интересного есть? Есть хватайка. Там-там-там-там-там. Оу, 10 токенов, ну, здесь за 10 токенов. Ну, тут хватайка похуже, 50 токенов, видите, донатная карта. Но, я вам скажу, офигенно. Я опять получил по 20. Офигеть. Так, купон. По идее, можно же его еще раз крутануть. Еще 200, блядь. 400 кулаков за 2 этих. За 2 дня. Нормально. Так, забираем молоточки. Отлично. Так, надо будет заняться прокачкой. Нормально, я скажу вам так, плюх тоже здесь дают. Так, 5. А, надо забрать еще эти сундуки. Ну, смотрите, вообще жир, я здесь жирую. Еще 200к кулаков. Из сундуков столько я уже, это я уже второй раз еще дополнительно, смотрите, вот, а на английском там за 13к сама вы по 80 получаете, да, 13к, но вы получаете вольты, другие плюхи, и с них вот такие вот вы темки получите, это реально круто для бездоната. Так, скин, ну здесь в основном все скины падают, опять скин, ну это подгон классный, по 25, по 10 скина вы там за месяц можете хоть что-то собрать. Так, отлично. Нормально так по расходникам. Мне это нравится. Такс. Блин, мне надо будет скоро таблетку открывать. Надо однозначно пробовать брать эту тему и докачивать хранилище и все остальное, потому что без этого никак. И мне нужна эта долбаная стирачка, она до сих пор не падает. Это, кстати, тоже раритетные первые сундуки, которых, мешки точнее, которых давно уже не было. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.